Добро пожаловать на канал Лекарь Травинка. И давайте-ка мы сегодня приготовим сливовый пирог. Рецепт очень простой, доступный, и он получится с первого раза даже у новичка. Главное, внимательно смотрите видео и повторяйте все, что я делаю. Но прежде чем поделиться рецептом, предлагаю вам поддержать мой канал лайками, хорошими комментариями и поделиться этим видео. Беру для пирога вот такую разъемную форму. Сантиметра. И застилаю я ее пергаментной бумагой. Также мне понадобится 200 грамм муки. Я ее буду предварительно просеивать через сито. В сеянной муке добавляем чайную ложечку разрыхлителя и все хорошо перемешиваем. Беру вот такую вместительную емкость, разбиваю 3 яйца, добавляю 100 грамм сахарного песка и примерно треть чайной ложечки соли. Теперь все это хорошенько взбиваю с помощью миксера минуты 4-5 до появления белой пены. Пена становится у нас пышной, и мы засыпаем сюда 100 грамм сливочного масла. Предварительно его нужно мелко порезать, вот на такие небольшие кусочки. А также вливаем либо сметану, либо йогурт. 150 миллилитров. У меня йогурт. И все это мы опять хорошо взбиваем миксером. Засыпаем нашу муку просеянную с разрыхлителем. Но миксером мы ее уже не взбиваем, а быстро перемешиваем вручную. Можно ложкой воспользоваться, можно вот такой вот лопаточкой, то есть как вам удобнее, вручную быстро перемешиваем. И должно у нас получиться мягкое тесто, не жидкое, не очень густое, а вот как раз такое среднее. Переливаем его в форму. Если необходимо, то выравниваем поверхность с помощью лопаточки. Но у меня так все ровненько легло. А вот и начинка для нашего пирога. Это сливы. У меня вот такие вот крупные, темно-синие, очень сочные, очень сладкие. Можно взять и красные, и даже зеленые сливы. Самое главное, чтобы они были сладкими и полностью созревшими. Иначе пирог у нас будет чуть-чуть кисловатым. Режем их на две половинки и вынимаем косточки. Старайтесь также выбирать сливы, у которых легко отделяются косточки. С такими будет быстрее и легче работать.
Теперь начинаем выкладывать сливы. Кладем мы их срезом вниз. Так вот, утапливаем их в нашем тесте. А теперь очень быстро делаем штрейзель. Это по-нашему присыпка или это крошка, которой мы будем сверху посыпать наш пирог. Берем из холодильника 30 грамм холодного сливочного масла. Смешиваем его с таким же количеством муки, то есть где-то 30 грамм тоже муки. И сахара тоже примерно 30 грамм. Все в одинаковых количествах. И вот теперь вручную, вот так вот мы перетираем сливочное масло до получения крошки. Посыпаем наш пирог сверху штрейзелем. Щедро посыпайте, не скупитесь. Будет намного красивее и гораздо вкуснее. Теперь отправляем в предварительно разогретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов от 30 до 40 минут. При этом старайтесь хотя бы первые 15-20 минут духовку не открывать и не заглядывать, для того, чтобы пирог у нас хорошо поднялся. И вот он наш пирог только что из духовки. Дадим ему немножко остыть и будем пробовать. Посмотрите, какой аппетитный кусочек. Как хорошо пропеклось тесто. И сливы буквально они просочили весь верхний слой. Очень ароматный. Очень сочный пирог получился. Вот посмотрите еще раз, какой он в разрезе. Отлично просочился. Очень много начинки. И вот этот штрейзель, который сверху у нас, украшает он, знаете, такое приятное очень похрустывание придает. Чудесное лакомство, украшение стола, сливовый пирог. Если понравился рецепт, не забывайте поддерживать мой канал лайками, хорошими комментариями и, конечно, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Всем приятного аппетита! Ваша Травинка!